Дорогие коллеги, сегодня мы с вами поговорим об одном из самых интересных проектов московской системы образования «Кадетский класс в московской школе». Проект «Кадетский класс в московской школе» реализуется под эгидой Департамента образования и науки города Москвы. Это прекрасный проект, в котором участвуют все больше и больше московских школьников, и в который вовлечены не только школьники, но и члены их семей, и наши замечательные московские педагоги. И, как вы видите из цитаты, которые мы привели на слайде, правительство Москвы с удовольствием поддерживает наш проект Сергей Семенович Собянин назвал его не случайно одним из самых сложных путей кадетское образование в Москве всегда исторически существовали кадетские корпуса кадетство не возникло на пустом месте у нас было и Суворовское училище у нас были кадетские школы интернаты но в 2014 году появилась великолепная идея у наших дорогих ветеранов в Великой Отечественной войны. Они предложили к 70-летию Победы открыть 70 кадетских классов. Просто кадетские классы в обычных московских школах. Что такое кадетский класс в московской школе? Это два вида образования, как мы его разделяем: профильное и предпрофессиональное. Профильное образование это 7-й, 8-й и 9 класс. Предпрофессиональные – это 10 и 11 класс, когда уже ребята готовятся к поступлению в ВУЗ с учетом профиля предпрофессиональной подготовки. Чтобы сформировать полноценную программу кадетского класса, нам нужно учитывать, естественно, и федеральные государственные образовательные стандарты, их требования, ФГОС среднего общего образования, ФГОС основного общего образования. К этому добавляется достаточно большой пласт дополнительного образования. Об этом я скажу чуть позже, что туда должно входить в качестве обязательного компонента. И профессиональное образование то есть профобучение, которое проходят наши ребята, прежде всего на базе московских колледжей. Тоже более подробно скажу несколько позже. Итак, чтобы получилась программа профильного обучения, мы объединяем возможности всех наших уровней образования. И получается у нас образовательная программа, реализуемая на протяжении пяти лет. Набор в кадетские классы у нас идет в седьмой, в седьмой класс. Набирают детей. Опять-таки чуть позже скажу о том, какие нужны условия для того, чтобы открыть кадетский класс. Направление кадетского образования, вопреки общепринятому мнению, это не только военное дело. Это и гражданская служба, и правоохранительная служба, и служба российского казачества. И если в первые годы, когда открывали кадетские классы, у нас было всего пять профилей, и они все были исключительно Министерства обороны, то сейчас этих профилей уже у нас 18. То есть мы расширяем возможности для наших детей, мы расширяем спектр программ, которые предоставляем нашим детям, и, соответственно, расширяется и перечень вузов, которые готовы принять выпускников кадетских классов. Для того, чтобы открыть кадетский класс в Московской школе, нужно соблюсти несколько основных условий. Первое условие и основное, конечно, мы его даже нигде не прописываем, но мы его имеем в виду, это готовность и желание семей и самих детей идти учиться именно на этот профиль. Это седьмой класс, и мы прекрасно понимаем, что в основном все-таки решения принимают под, скажем так, под влиянием родителей. Родительское мнение здесь очень важно. И понятно, когда идут дети из семей военнослужащих, это продолжение традиции, это продолжение династий. Но на сегодняшний день даже большая, наверное, часть детей, которые идут в кадетские классы, они идут потому, что им это нравится, потому что они на протяжении нескольких лет наблюдают, как живет кадетский класс. Они видят, наши парады, они видят наши мероприятия, они видят детей в форме, которые уже совершенно по-другому себя ведут даже на любом массовом мероприятии. Поэтому желание, оно есть, и оно априори предусмотрено, когда директор задумывается о том, открывать ли кадетский класс в своей школе. Директор вместе с управленческой командой анализирует ситуацию и если в школе созданы условия, хорошие условия для реализации системы патриотического воспитания, если э, организовано взаимодействие с ветеранами, а оно у нас везде организовано, практически ветераны, активные участники всех наших мероприятий. Э, если в школе открыт, э, вернее, создан, извините, э, отряд юнармии, а он создается, как мы с вами знаем, с восьмилетнего возраста, туда могут дети входить. А в школе обязательно должны, должна работать э, полноценная музейная педагогика. А музей у нас есть практически тоже в каждой московской школе. Так же, как и у вас, в ваших школах в России есть музеи. И, конечно же, вы используете музейное пространство по максимуму. Если вот эти условия уже соблюдены и программа патриотического воспитания реализуется успешно, то тогда смотрим на наличие седьмых классов в параллели. У нас в Москве условие достаточно жесткое. Должно быть не менее трех общеобразовательных классов, кроме кадетского. То есть четыре будущих седьмых класса, потому что дети в будущем восьмом, девятом, десятом классе должны все-таки иметь еще возможность для выбора, возможность для маневра. Поэтому если мы открываем кадетский класс, то три остаются в параллели еще общеобразовательных. Мы принимаем детей в седьмые классы, конечно, с учетом состояния их здоровья, потому что нагрузка физическая у кадет выше, чем у обычных семиклассников. Они заняты всю вторую половину дня, и физическая культура, и ОБЖ у них обязательны во второй половине дня дополнительные занятия и э, дети должны все-таки быть здоровы, должны быть физически подготовлены, должны быть готовы сдавать нормативы ГТО. Поэтому справка при поступлении в седьмой класс об основной группе здоровья должна быть обязательна. Естественно, ребенок приносит свой табель за шестой класс. Конечно, учитываются не только оценки за шестой класс, но и то, как ребенок участвовал в общественной жизни, в той же юнармии, которую я уже назвала, в волонтерском движении, музейной педагогике. Дети в шестом классе у нас иногда приносят такое портфолио, что и взрослые позавидуют, потому что они уже являются победителями творческих конкурсов, они уже успевают поучаствовать в олимпиадах предметных. Поэтому вот такой своеобразный конкурс, он существует на сегодняшний день во многих школах. Первое условие, которое обозначено на этом слайде, это заключение соглашения о сотрудничестве. И в отличие, например, от инженерных медицинских классов, у нас это соглашение должно быть пятисторонним и охватывать все сферы интересов кадетского класса и проецировать все, что нам нужно для предпрофессиональной подготовки. Поэтому на первом месте стоит профильное ведомство или министерство в соответствии с теми профилями, которые я чуть позже вам покажу на диаграмме. Обязательно соглашение с ВУЗом, который находится в визите соответствующего ведомства. Обязательно вы, участник соглашения – это военный комиссариат, поскольку у нас очень серьезное внимание уделяется военные подготовки. Ну и, конечно, наши любимые ветераны, уважаемые, без которых мы не проводим ни одного серьезного мероприятия. Поэтому организация в идеале, организация ветеранов соответствующего профильного ведомства. Но ну, это в идеале. Но может быть и организация ветеранов района, организация ветеранов, те, которые живут рядом с нашими детьми, с которыми действительно уже налажено хорошее взаимодействие. Что мы делаем с, совместно с профильным ведомством? Ну, мы, я говорю, это департамент образования и науки и наш центр Патриот спорт, который является куратором, вернее оператором проекта кадетский класс в московской школе. И, естественно, школа сама. Мы вместе совместно определяем предметный профиль кадетских классов. То есть смотрим на профиль, избранный кадетским классом, и определяем профильные предметы в зависимости от специфики ведомства. Это могут быть совершенно разные дисциплины, это могут быть совершенно разные кружки и секции дополнительного образования. Ну, например, у наших детей, которые занимаются по профилю МИД, это школа юного дипломата. У ребят-кадет, которые выбрали себе профиль МВД, это школа юного криминалиста. Ну и так далее. По каждому профилю можно рассказывать долго и интересно, и подробно. Я думаю, у нас с вами еще будет в течение учебного года такая возможность. Что обязательно для всех кадетских классов, это углубленное изучение истории России. Мы условно это называем историей славных, славной страницы Отечества или можно это назвать «История ратных подвигов». В быту, скажем так, в обиходе мы это называем военной историей, хотя это не совсем грамотно с точки зрения науки военной. Но военная история мы имеем в виду именно знаковые события. Это битвы, это сражения, это полководцы. Но это же и культурологическая составляющая. То есть это картины, которые созданы по, скажем так, в память о каких-то событиях. Это памятники, например, наши с вами знаменитые, которые мы все должны знать, это родина-мать в Волгограде, это памятник затопленным кораблям в Севастополе и так далее. Конечно же, это скульптурное изображение наших великих полководцев. То есть ребята их должны знать в лицо. Поэтому вот это вот углубленное изучение истории, оно рассчитывается тоже, программа рассчитывается тоже на 5 лет обучения в кадетском классе. И мы смотрим, чтобы был такой кумулятивный эффект, чтобы ребята из года в год от 7 до 11 класса становились у нас и умнее, и образованнее, и воспитаннее. И чтобы у нас все-таки получились реально правильные, такие правильно воспитанные патриоты, которые готовы служить своей родине на любом поприще, и на военном, и на гражданском. Далее мы определяем вариативный набор дополнительных общеразвивающих программ и выстраиваем программу дополнительного образования. Обязательно у всех кадетских классов строевая и огневая подготовка. Это 7-8 класс, углубленная подготовка военная основы ОБЖ, как я уже говорила, физическая подготовка. Поэтому при принятии решения об открытии седьмого класса кадетского школа нам еще и говорит о том, подтверждает вернее то, что на территории образовательного комплекса есть плац для проведения строевой подготовки и есть обязательно электронный тир, потому что в конце восьмого класса наши ребята сдают нормативы по стрельбе именно в этом электронном тире. Обязательно ребята наши участвуют уже прямо начиная с седьмого класса во всех во, во всевозможных олимпиадах и творческих конкурсах. И когда мы смотрим итоговые галоконцерты нашей, например, кадетской звездочки, то мы всегда очень рады, что у нас творческие дети, у нас талантливые дети, и они талантливы во всем. Школа определяет базовую модель воспитывающей деятельности. Как я уже говорила, в школе обязательно должно быть волонтерское движение, но не просто разрозненные какие-то волонтерские акции, а мы призываем все наши школы к тому, чтобы были организованы отряды волонтерские, отряды объединения со своей символикой, со своим названием, чтобы они были узнаваемы, чтобы они были легитимны, то есть одобренный педагогическим советом, управляющим советом школы. И тогда эта работа она становится более системной. И ребенок не просто один раз повесил порешник и считает, что он волонтер, а он участвует в акциях, прежде всего в патронатных акциях, конечно, ухаживает за местами захоронений, ухаживает за местами боевой славы. И ребенок уже понимает, что для него это тоже становится привычным делом. Не обязательно. То есть его никто не заставляет. А это именно привычное дело, к которому он сам практически становится предрасположен после участия в нескольких вот таких акциях. Поэтому волонтерское движение в школе, конечно же, должно быть. Музейная педагогика, я уже называла ее. Естественно, на базе всех музеев проводятся не только уроки и занятия, но когда создается школа, например, экскурсовода на базе музеев, там тоже наши кадеты оказываются, как правило, впереди планеты всей. Они разрабатывают экскурсии, они работают в архивах, они же потом эти экскурсии проводят для кадет из других классов или из других школ. Кадеты часто, обязательно участвуют в поисковых отрядах, если они созданы на базе образовательных организаций, и участвуют в образовательном туризме. Но наверняка вы все слышали о нашем новом проекте, который вот уже полтора года как реализуется. Это проект «Путь героя», как раз тот самый образовательный туризм, в котором участвовали в прошлом году более 50 московских школ. И, насколько я понимаю, этот проект уже шагнул за пределы Москвы, и развивается в городах России, очень успешно развивается. Прекрасная идея, прекрасная основа для работы музейной педагогики, для работы музейных активов и для проведения образовательного туризма. Все, что я рассказываю, это реализуется уже на протяжении шести лет, с 2014 года. И вот на слайде представлена та динамика, скажем, роста кадетского движения Москвы, мы теперь называемся не просто проект «Кадетский класс в московской школе», а КДМ – это уже привычная аббревиатура «Кадетское движение Москвы». И, как вы видите, если мы начинали с 90 классов в 2014 году, то есть это было 70 классов в обычных московских школах и были 18 кадетских школ-интернатов, существовавших на тот момент в Москве. На сегодняшний день у нас поданы заявки от 249 московских школ, 249 московских образовательных организаций, и по заявкам на 1 сентября у нас будет более 25 тысяч кадет. Это очень большая армия кадетская, это очень большая армия не только самих кадет, но еще раз повторюсь, их родители, это педагоги, это офицеры-воспитатели, которые присутствуют в каждом классе, которые работают с каждым классом. Это классные руководители, которые помогают ребятам выстроить свою образовательную траекторию и подсказать, как выстраивать далее карьерный рост. И, то есть это очень много людей, заинтересованных в развитии кадетского движения. И даже в этом году достаточно сложным со всех собственно точек зрения, у нас появилось 23 новые школы, которые готовы вступить в нашу дружную кадетскую семью. Профильность на сегодняшний день обеспечивает 18 профилей подготовки, 12 федеральных ведомств и министерств и 20 вузов. На самом деле вузов у нас намного больше в партнерах, но это те 20 вузов, которые с нами работают очень плотно, с которыми вместе мы разрабатываем программы и для демонстрационного экзамена по военной подготовке. Как вы видите, в восьмом классе у нас дети его сдают, и особенно для предпрофессионального экзамена, который кадеты сдают после 11 класса. Демонстрационный экзамен мы сдаем на базе школ по принципу ЕГЭ, то есть ребята едут в чужую школу и сдают там нормативы по огневой и строевой подготовке и проходят тестирование по основам военнослужбы, по ОБЖ, по начальной медицинской подготовке и по, опять-таки, военной истории и культурологии. И мы проводим это своими силами на базе наших школ. ВУЗы помогают нам в формировании программы тестирования. А вот 11 класс, предпрофессиональный экзамен, тоже, я думаю, мы в течение года найдем возможность с вами встретиться, если это будет интересно, и расскажем, каким образом мы готовим детей к предпрофессиональному экзамену и каким образом мы его проводим. Оно, то, экзамен состоит тоже из двух частей. Первая часть – это теория, проходит тестирование централизованно на базе НЦКО. И вторая часть – практика, проходит исключительно на базе вузов на базе бывших военных кафедр, сейчас они называются военные учебные центры. Вот те самые 18 профилей, они вот так теперь у нас красиво выглядят. Но я думаю, что презентации у нас остаются здесь в запасе, вы сможете их всегда посмотреть и внимательно изучить, какие профили сейчас очень интересны для наших кадет, какие из них наиболее востребованные. Как видите, здесь и профили Министерства обороны, то есть это сухопутные войска. Это военно-космические войска РВСН, то, что относится к Министерству обороны, ВМФ. У нас очень востребованный, как видите, профиль МЧС. Ребята с удовольствием идут на этот профиль. И родители тоже говорят, что даже если ребенок не пойдет потом работать в службу МЧС, но он будет подготовлен к этой жизни, то есть он будет готов к любым событиям, даже не всегда положительным в этой жизни. И, конечно же, готов к жизни в любом большом городе. Вы видите, что у нас есть профили, как я говорила, не только военные. У нас есть профиль сейчас государственного муниципальное управления. Он развивается вот уже третий год достаточно активно. В этом году добавляются туда новые кадетские классы. У нас появился в прошлом году очень интересный профиль он называется «Профиль Роспотребнадзор», и этот год показал, что он будет очень актуальным и востребованным. Очень интересно, мы совместно проводим мероприятия с медицинским вузом и с управлением Роспотребнадзора. В этом году открываем два новых профиля, причем этот запрос пришел именно от родительской общественности. Мы открываем профиль, условно мы его называем ГИБДД, понятно, что он входит в профиль МВД, и туда у нас входят, войдут классы, которые до этого в течение нескольких лет участвовали в движении ЮИД, то есть юные инспектора дорожного движения. Получается, что у нас дети до шестого класса участвуют в движении ЮИД, активно участвуют, им это очень нравится. И сейчас с седьмого класса это будет называться профиль ГИБДД. Это не значит, что всех ребят мы будем готовить для того, чтобы они стояли на перекрестках и регулировали движение. Это тоже очень важно, это тоже очень нужно. Но реализовывать этот профиль, например, мы будем в содружестве с МАДИ, с Московским автомобильно-дорожным институтом. То есть ребята потом смогут поступить имея преференции после предпрофессионального экзамена в Мади и уже не только знать скажем так специфику дорожного движения, но и понимать логистику дорог мегаполиса, логистику наших развязок. То есть все, что относится не только к самому дорожному движению, но и к культуре поведения на дороге безопасности. Вот это один из наших новых профилей. Еще новый профиль в прошлом году у нас открылся, это военный перевод, тоже по запросам родителей профиль военный перевод мы реализуем совместно с военным университетом, где есть факультет военных переводчиков, и с МГЛУ. Это те вузы, с которыми мы сотрудничаем очень активно. Посмотрите, пожалуйста, на шаги кадетского движения Москвы, то есть что помогло нам прийти вот к этому многопрофильному уровню подготовки. Как я уже говорила, запущен был проект в 2014 году. С 1 сентября 2014 года открыли 70 классов в 70 школах. С 2015 года, с февраля, мы проводим форумы кадетского образования. Проводится он в Кремле. Проводится исключительно для семиклассников. То есть это для них такой первый подарок в кадетском движении Москвы. Очень всегда серьезно, очень всегда солидно, очень всегда красиво. Шесть форумов вот мы за эти годы смогли в феврале провести в Кремле. Парад кадетского движения тоже был первый проведен 6 мая 2015 года. 6 мая дата выбрана не случайно, потому что это день герба и флага Москвы и день Георгия Победоносца. Поэтому на Поклонной горе на площади Поклонной горы, на площади Победителей. У нас выстраиваются парадные расчеты кадет, приезжают гости из регионов Российской Федерации. Мы принимали гостей из Ижевска, из Перми, из Краснодара, Ростова-на-Дону. Очень красиво, очень хорошо проходят всегда гости на нашем параде. Спасибо вам за подготовку ваших детей. И вот, к сожалению, в этом году пандемия не позволила нам провести парад, а была прекрасная тоже идея. У нас уже были приглашены кадеты из стран АДКБ, то есть это Азербайджан, Армения должны были приехать Казахстан, Киргизия. Но, к сожалению, вот пришлось проводить виртуальный парад. Но мы эту идею не оставляем. И в следующем году, надеюсь, увидим и кадет из регионов Российской Федерации, и увидим кадет из других государств это всегда такой добавляет изюминку в наш парад, и он получается очень красивым и мощным, я бы сказала. Потому что, вот обратите внимание, в 2018 году у нас на параде был зафиксирован рекорд. 24,5 тысячи человек были на Поклонной горе, и все вместе дружно исполняли гимн Москвы. Правда, это было очень красиво, ну и в Книгу рекорда России мы вошли вместе с этим достижения. Кадетам был вручен флаг кадетского движения Москвы, чтобы наше движение было легитимным. Мы не просто так сами сели и придумали рисунок этого флага. Нет, он у нас утвержден Геральдическим советом при президенте Российской Федерации. Поэтому кадетское движение имеет свой флаг. Он вручен был, как видите, мэром Москвы, лучшим кадетом. В этом же году, в 16 он был освящен патриархом московскими всей Руси Кириллом на параде кадетского движения. И еще у нас есть такое, Такой повод для гордости, что ветераны Москвы вручили в 17 году кадетам копию Знамени Победы. Не просто вручили на сцене Кремля, а как бы дали разрешение, да, вот все-таки ветераны у нас это самое главное, наши друзья и соратники, они разрешили кадетам использовать копию знамени победы на крупных мероприятиях. Мы благодарны им за это право, и кадетские знаменные группы всегда копию знамени победы выносят на всех мероприятиях в школе, на всех мероприятиях городских. Это тоже получается очень красиво и торжественно. Первый выпуск одетских классов вот такая у нас такой получился первый цикл с 2014 года по 2019, Первый выпуск детских классов состоялся у нас в прошлом году. Это было полторы тысячи человек. Это были дети, первые, первыми, прошедшие наши, наши пятилетние, скажем так, кадетское обучение. И когда мы проводили линейку на ВДНХ в прошлом году, то выпускник вручал новобранцу семикласснику такой символ, пятерку с плюсом. И мы теперь с прошлого года говорим так, что мы учимся в кадетском классе 5 лет на 5. Если коротко, что мы делаем для того, чтобы этот проект развивался и чтобы было интересно и полезно работать и учиться в рамках этого проекта. Ну, вы уже знаете, конечно, раз вы участвуете в нашем проекте взаимообучения школ, вы, конечно, знаете, что мы используем практически всю площадку города Москвы как наш образовательный, как класс практически у нас город, как школа. И для обучающихся кадетских классов у нас есть среди больших, большого разнообразия суббот московского школьника мы выделяем три основные. Это субботы мужества, которые проходят, как правило, на базе воинских частей и соединений. Это космические субботы, которые проходят в том числе и в городки и с участием реальных, живых, как дети говорят, космонавтов. И исторические субботы, они очень многочисленные, у нас много детей проходят через наши эти субботы, исторические и космические субботы мужества. Исторические субботы проходят на базе музеев, музеев московских. То есть суббота практически у нас всегда получается такой очень интересный, насыщенный, образовательный день. Обязательно мы проводим, каждая школа проводит мероприятия на базе соединений воинских частей, на базе учебных центров. Это совершенно разные мероприятия, они зависят, конечно, и от профиля кадетского класса. Кто-то едет в Мосвоку и осваивает технику для сухопутных войск, кто-то идет, как ни странно, в высшую школу экономики в субботу, потому что там прекрасный военный учебный центр оборудованный под профиль РВСН, ракетные войска стратегического назначения. Кто-то едет в МАИ, Московский авиационный институт, в котором великолепные ангары с вертолетами и самолетами, и учится собирать дроны, учится управлять беспилотными летательными аппаратами. То есть разнообразие достаточно большое. А кто-то идет в субботу в дипломатическую академию, и там участвуют в таком мини-красивом, очень правильно по всем правилам организованном дипломатическом приеме. Кто-то играет в интеллектуальные игры, но интеллектуальные не просто так, а, например, модель ООН, модель ОБСЕ. То есть здесь нужно и, заним... и разобраться в политических движениях, и в экономике страны, и уметь вести переговоры, и уметь организовывать такое переговорное пространство. То есть очень много навыков, я сейчас даже не буду пытаться обо всех говорить, но вы уже поняли, что 18 профилей – это действительно 18 очень интересных направлений подготовки. Кадеты, конечно же, у нас вступают в юнармию. Это нормальный, абсолютно логичный процесс. Мало того, мы в прошлом году образовали с юнармией свою ассоциацию. То есть у нас ассоциация кадеты юнармейцев Москвы. И у нас много совместных мероприятий. И, конечно же, когда у движения юнармии появляется приглашение на какое-то интересное, красочное, очень важное мероприятие, в том числе с участием первых лиц страны, например, на базе парка Патриот, конечно же, наши кадеты в первых рядах участвуют в этих мероприятиях. На сегодняшний день у нас каждый третий кадет член общества Юнармия. Ну, а я уже говорила о волонтерских акциях, говорила уже о туристической деятельности. У нас, ну, как правило, как я говорю, кадеты всегда впереди планеты всей. Это очень активные ребята, это очень активные офицеры-воспитатели. Поэтому жизнь бьет ключом. И я уже говорила, что программа дополнительного образования, она просчитывается и формируется практически на все пять лет обучения детей в кадетском классе. И по, если говорить о расписании, о регламенте жизни кадетских классов, то они приходят как минимум за полчаса до других учеников в школу. У них проходит обязательно линейка или поверка, как это называют офицеры-воспитатели. И до 6 часов вечера у ребят обязательное участие в секциях и кружках дополнительного образования. То есть практически в седьмой класс ребята идут в школу полного дня. Но не только ребята, не только дети у нас участвуют в этом проекте, но и педагоги, воспитатели. Поэтому для них разрабатываются материалы, размещаемые в Московской электронной школе. Я думаю, вы все о ней знаете. Она теперь доступна и регионам Российской Федерации. Там очень много разработок по истории, там много разработок есть по, по проведению воспитательных, скажем так, мероприятий для педагогов-воспитателей, конечно, взаимообучение московских школ. Есть у нас еще прекрасный проект, который реализуется уже второй учебный год. Он называется «Школа консультанта городских проектов». Вот на этом остановлюсь немножко подробнее. Школа консультанта городских проектов – в части кадетского класса этого проекта, реализует 8 школ. У нас 8 школ, которые в прошлом году были школами консультантами. Эти восемь школ организуют проведение не менее десяти мероприятий за учебный год. Информация об этих мероприятиях размещается на общем нашем сайте профильмосру в конце на последнем слайде я специально для вас этот сайт обозначила. То есть на этом сайте есть все наши предпрофессиональные проекты московские, в том числе и кадетский класс московской школе. Школы-консультанты стараются делать, подбирать тематику такую, которая интересна всем. Что-то, конечно, идет узкопрофильное, но большая часть мероприятий касается всех, касается организации дополнительного образования, касается организации туристической деятельности, касается разработки материалов для Московской электронной школы. Сейчас как раз у нас сформирован новый этих школ консультантов школы консультанты определены на этот учебный год сейчас идет формирование плана деятельности этих школ консультантов и вы вполне можете подключаться к работе школ консультантов мы будем делать в этом году даже если будет у нас возможность проводить очные занятия то обязательно будет трансляция и в сети интернет Поэтому подключаться к занятиям школ-консультантов я вам очень рекомендую, если вам интересны кадетские классы, если вы готовы их развивать в своем регионе. Все, что делается, оно должно каким-то образом и контролироваться, и оцениваться. Поэтому для того, чтобы оценить эффективность участия наших кадетских классов и школ с кадетскими классами в проекте, у нас разработана методика. Методика оценки эффективности в реализации проекта в школах и в классах. Классов у нас на прошлом году было 836, в этом году будет классов больше. Пока не буду цифру называть, пойдем в 1 сентября в школу, проведем первую выгрузку кадетских классов и уже будем знать те цифры, которые у нас реально на этот учебный год. Для того, чтобы оценить эффективность участия, разработаны целевые индикаторы. Они не просто разработаны, а они включены в приказ департамента. То есть нормативная база у нас формируется на уровне департамента образования и науки города Москвы. И целевые индикаторы являются, как мы с вами понимаем, одинаковыми для всех кадетских классов. Мы участв... постараемся оценить все, что делают наши кадеты, оценить их учебные достижения. То есть, как видите, это участие в независимых диагностиках и предметных олимпиадах оценить спортивную подготовку и физическую подготовку наших детей. Мы ставим баллы, скажем так, в рейтинг нашим ребятам за не просто за сдачу норм, ГТО, за выполнение нормативов, но мы дифференцируем как бы, вес этих знаков за бронзу, за серебро и за золото, получаются разные баллы. Но это тоже тема для отдельного большого разговора. Наши дети бывают очень спортивными в кадетских классах, и мы этому рады. Поэтому и спортивные разряды, которые они получают, и за групповые виды спорта, и индивидуальные спортивные разряды, вплоть до международного уровня, конечно, мы тоже это оцениваем. Наши ребята творческие, мы, я, мы тоже уже об этом с вами говорили сегодня, они участвуют во всех творческих конкурсах. Конечно, все мы оценивать не можем, результаты всех этих конкурсов, но вот творческие конкурсы городского уровня и всероссийского патриотической направленности, мы их обязательно оцениваем. На каждый учебный год приложением к методике является перечень творческих конкурсов и олимпиад, результаты которых мы оцениваем в конце года, и это все идет в копилочку рейтинга кадетского класса. Одним из целевых индикаторов, конечно, являются наши особые экзамены. Мы уже их видели на предыду... одном из предыдущих слайдов. Это экзамен по военной подготовке в 8 классе и это предпрофессиональный экзамен в 11 классе. К целевым индикаторам относятся и участие наших кадет парадах 6 мая и 9 мая и в торжественном шествии 7 ноября, который проходит, как вы знаете, на Красной площади. Каким образом мы собираем данные об участии наших кадет? Мы стараемся использовать городские информационные системы по максимуму, потому что конкурсы и олимпиады, которые проводятся в Москве, они фиксируются в единой базе у каждого центрального городского учреждения. В конце учебного года мы формируем рейтинг школ и кадетских классов по параллелям. И по итогам, скажем так, мониторинга, мы формируем перечень образовательных организаций, которым предоставляется право участвовать в проекте в следующем учебном году. Если эти баллы недостаточны, если не очень активно участвовали во всех мероприятиях то тогда школа переходит на год в разряд кандидата. Ну, еще раз говорю, о мониторинге и о рейтинге, конечно, нужно говорить отдельно и более подробно, если это будет интересно кому-то из коллег в России. За 6 лет у нас сложилась циклограмма основных мероприятий Кадетского движения Москвы. Это мероприятия, которые имеют отношение ко всем кадетам. Вот они сейчас на слайде обозначены. Но у нас есть еще циклограмма мероприятий по параллелям. То есть начиная в седьмом классе реализовывать проект, и заместители директора школы по воспитательной работе, и офицеры-воспитатели, и классные руководители, они знают, что для седьмых кадетских классов, восьмых, девятых, десятых и одиннадцатых есть циклограмма мероприятий, которые мы рекомендуем для проведения и которые проводятся в масштабах города. Ну вот немного остановлюсь на тех мероприятиях, которые обозначены на слайде. Парад 6 мая на Поклонной горе, который я уже упоминала, это парад очень важный для кадет. Право пройти в составе парадного расчета предоставляется старшеклассникам, то есть практически это результат их занятий строевой подготовкой на протяжении трех лет, трех или четырех. То есть там участвуют ученики 10-11 классов. Это очень красивое действие. Все парады выложены в интернете, вы можете в любой момент посмотреть, почувствовать атмосферу этого праздника. Это красиво и действительно запоминается детям на всю их жизнь. Форум кадетского образования в Кремле это знаковая площадка Кремлевский дворец съездов, конечно, и это, как я уже говорила, только для наших семиклассников, для наших новобранцев, малышей, потому что для них это очень важно почувствовать, что они не просто пришли в какой-то кадетский один класс в школе, а что они попали в огромную кадетскую дружную семью, в которой очень много всего интересного. День кадетского класса в Музее Победы – это проект, который касается восьмых и девятых частичных классов. В этом это образовательный проект, как и все остальное, что мы стараемся делать для наших детей. И он состоит из двух частей. Первая составляющая – это пост номер один, на который кадеты получают право заступить. Пост номер один у вечного огня. У нас этот пост организован на Поклонной горе. В России везде, наверное, ни одного города нет крупного, где есть вечный огонь. Нет ни одного небольшого города, в котором нельзя было бы организовать пост номер один, и для детей это тоже очень важно, потому что им доверено такое право быть на посту номер один у вечного огня. Это очень важно и очень волнительно, и дети к этому достаточно долго готовятся, практически вот седьмой класс у них идет стрелевая подготовка для того, чтобы участвовать на посту номер один. И вторая часть этого Образовательного проекта это экскурсионная программа в Музее Победы. То есть часть класса у нас идет на пост номер один, часть класса в это время проходит экскурсию и викторину после экскурсии в Музее Победы. Потом они меняются местами. То есть практически класс проводит там целый день в музее. Очень интересно. мы практически здесь и музейная, у нас с вами педагогика, и строевая подготовка, и воспитательная работа очень серьезная, то есть такой комплексный образовательный проект. Конкурс строевой подготовки для седьмых классов, марш победителям, он проводится в конце седьмого класса. Как когда-то было в нашем детстве конкурс строи песни. Очень волнительно, очень красиво, идет класс, проходит класс, они и поют, и стараются показать свою подготовку, лучшим двум коробкам мы доверяем пройти вместе с десятиклассниками на параде 6 мая. То есть мы стараемся делать так, чтобы каждый проект, он имел какой-то вот выход, да, то есть не просто так мы маршируем, а мы знаем, зачем мы это делаем. А если дети мотивированы, то вы сами знаете, как педагоги, что все получается, как, как, как правило, намного лучше. Торжественная клятва кадета, ее приносят тоже семиклассники, это мероприятие организует школа. У нас есть методические рекомендации, есть разработки, но школа сама принимает решение, когда и в каком формате проводится клятва кадета. Кто-то из директоров и воспитателей, офицеров-воспитателей принимает решение проводить это, начиная где-то с ноября. Кто-то проводит в конце года, то есть седьмой класс отучились, доказали, что они хороши, как кадеты, что им можно доверить и дальше носить эту форму и гордо ходить в ней, соответственно, тогда они приносят эту торжественную клятву в конце учебного года. Торжественный марш на Красной площади 7 ноября – тоже исключительно старшеклассники, там очень большие у нас получаются парадные расчеты по 80 человек, сводные расчеты, тренировки, как вы понимаете, достаточно сложные, но если ребенок хоть раз попал на такое важное мероприятие, мы тоже с вами прекрасно понимаем, что это память на всю жизнь. Фестиваль юных талантов «Кадетская звездочка» касается всех кадет. Они у нас там и танцуют, и поют, и играют на музыкальных инструментах, и дефиле демонстрируют. Мы не просто получаем удовольствие от наших детей, а мы выбираем таланты, которые потом попадают на форум кадетского образования в Кремле, либо выступают в творческой части парада 6 мая. То есть у нас все, все проекты наши, они взаимосвязаны. Торжественная линейка Кадетского движения Москвы – это наше ноу-хау прошлогоднее, новое мероприятие. 10 тысяч человек находились на этой линейке перед ВДНХ в прошлом году. К сожалению, в этом году нам не позволяют условия провести эту линейку. Мы ее проведем в виртуальном пространстве. Поэтому 1 сентября можете подключаться к нашему Мособор ТВ. Трансляция идет в интернете. И торжественную линейку Кадетского движения в таком формате вы обязательно увидите. Историческое путешествие Музея Победы для семиклассников для того, чтобы они лучше изучили историю Великой Отечественной войны. Там очень интересный проект. Он состоит из двух частей. Это и экскурсии, и квесты, и творческое задание, и задание поисковое, которое они выполняют в музее в своем, в школьном, либо едут в музей другой города Москвы. И потом мы результат этой, этой проектной следственной работы творческой видим в конце учебного года. Ну и чтобы завершить э, обучение пятилетнее, мы же должны это сделать красиво. Если в седьмом классе у нас клятва, то в одиннадцатом у нас церемония прощания с флагом кадетского движения. Она очень трогательная, она очень тоже торжественная, очень важная для выпускников. И им на память мы вручаем памятный знак выпускник кадетского класса. На этом знаке как раз тот самый рисунок, который был, был утвержден Геральдическим советом при президенте Российской Федерации для флага кадетского движения Москвы. То есть у нас везде закольцованная такая композиция. В этом году мы запускаем новые проекты для наших кадет. О них тоже можно много отдельно рассказывать. Вот «Мегадрайв» — это проект, который мы запускаем как раз совместно с управлением ГИБДД. У нас все кадеты-десятиклассники с этого года будут иметь право обучаться в автошколе бесплатно и по достижении 16 лет садиться за руль и потом после завершения обучения сдавать экзамен и получать права. Это приоритет, приоритет в этом обучении будет как раз у кадет-десятиклассников ну, нам кажется, что это очень интересно на самом деле, и для детей это важно, и нас так активно поддержали и офицеры воспитатели и родители, и директора школ. Международная акция «Кадетское братство», она у нас реализуется в течение нескольких лет, реализовывалась как я уже говорила, и с вашим участием, когда у нас приезжали ваши кадеты на парад 6 мая из регионов, мы были им очень рады. Приезжали к нам индусы, приезжали к нам белорусы. Это было здорово, это было красиво. И в этом году со странами ДКБ мы будем эту акцию расширять. Надеюсь, что вирус позволит нам принимать здесь гостей достаточно активно и Надеюсь, что всем это будет очень нравиться и нашим детям, и вашим ученикам. Ну и я уже упоминала, что новые профили мы открываем в этом году. Вот МЧС «Экология» тоже новый профиль очень интересный. МЧС, как вы видели, у нас самый востребованный профиль. А теперь мы берем внутри этого профиля еще экологическую такую направленность. Очень интересная программа сейчас разрабатывается с РГУ имени Косыгина. То есть у нас появляются не только новые профили, да, как вы понимаете, появляются новые вузы, появляются новые организации, и вы знаете, настолько заинтересованы оказываются иногда вузы и ведомства, что даже ну, мы этого не ожидаем. Мы очень рады, когда в наших кадетах, выпускниках заинтересованы важные, скажем так, люди и важные ведомства. И вот Внизу еще посмотрите, обратите внимание, у нас появился еще такой факультет космических исследований МГУ, и в рамках профиля ВКС РВС мы будем говорить еще и о космических исследованиях, и это будет классно. И последний слайд, который я приготовила специально для вас, потому что я предполагаю, что будет, ну, будет много вопросов, будет много каких-то заинтересованных, может быть, запросов, мы будем этому тоже очень рады. Информационное сопровождение проекта это два сайта. Один сайт это, как я говорила, оператор проекта это мы одно из центральных городских учреждений Московского департамента образования и науки. Мы называемся Московский центр Патриотспорт. И второй это профиль, официальный сайт персональных классов, профиль МОСРУ. Там есть, как я еще раз повторю: там есть наши контакты то есть сотрудников кадетского отдела, там есть расписание школ консультантов, там есть возможность, есть возможность обратной связи, есть адрес проектного офиса cadet.edu.mos. То есть если у вас возникают вопросы, пишите, пожалуйста, мы готовы ответить на ваши вопросы, мы готовы какие-то дополнительные семинары, вебинары проводить всегда. Спасибо за внимание.